Танцы продлевают жизнь. В этом убеждена руководитель социального проекта по обучению людей высокого возраста бальным танцам Владлена Степанова. Проект «Вечно молодые» впервые был запущен в прошлом году благодаря грантовой поддержке из окружного бюджета. В этом году на его реализацию Федерация танцевального спорта Нарьян-Мара выиграла президентский грант. Десятки представителей старшего поколения получили возможность бесплатно заниматься танцами под руководством опытных наставников. Кроме того, средства гранта направлены на закупку необходимого инвентаря, обуви и танцевальных костюмов. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Одна из участниц социального проекта – Надежда Клестова. Женщина ведет активный и здоровый образ жизни, занимается йогой, скандинавской ходьбой и не представляет себя без танцев. Поэтому на проект пришла во второй раз. Мне вообще нравится танцевать. Здесь прекрасный коллектив, прекрасные руководители. Танец – это вообще, как говорится, полет. А летать мы, женщины, любим. Это красота, это грандиозность, грация, так сказать. И мне это нравится. В этом году социальный проект «Вечно молодые» расширил направление подготовки своих подопечных. Участников распределили по 4 группам, в одной из которых занимаются парами. В ноябре привозим профессионального хореографа исключительно по бальным танцам. И сейчас у нас подготавливает основу по бальному направлению. Это чемпионка по северо-западу Полина Олеговна. А потом добавляется еще выше рангом, скажем так, тренер по бальным танцам. А я знакомлю их чисто с классикой, с фитнесом, основам, подбадриваю, то есть консультирую, информирую, поддерживаю, то есть я везде. По словам Владлены Степановой, у представителей старшего поколения есть еще возможность вступить в ряды единомышленников и записаться на занятия. Для пенсионеров и ветеранов они бесплатные. Тренировки завершатся в мае следующего года отчетным выступлением. Так как сейчас у нас есть еще свободные места, мы в гости, на занятия, в наши стены школы приглашаем абсолютно всех, кто сидит дома и хочет заняться активным образом жизни. Поэтому мы всегда открыты, ждем каждого на занятия. Записаться на занятия можно по телефону, который вы видите на экране. Его номер 8-911-654-53-32. Школа танцев «Элит» находится по адресу улица Ненинская, 14, 6-е крыльцо. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».